нас просто такая концепция, что мы изначально мы не берем девушек именно барбера, потому что тут мужская территория, у мужчин как-никак свои секреты, поэтому когда много мужчин, разные разговоры, а когда уже появляется девушка, они, ну, как бы немножко уже скованнее. В основном следят за собой всегда девушки, такого акцента нету. Мужчина, который приходит в салон, там соответствующие находятся девушки, дамы, и он не может расслабиться никак. Здесь он чувствует себя легко и комфортно. Поэтому барбершоп именно открывается для мужчин. Я могу абсолютно уверенно заявить, что это наш флагманский проект, один из флагманских. Он даже, раскрою небольшой секрет, из-за этого барбершопа мы приостановили всю вообще франшизную историю, не продавали, не отдавали просто в другие города по России, мы ждали, когда откроется в Ташкенте. И мы безмерно рады, что именно с Ташкента стартует вся наша история. Это место встреч, это мужской клуб, здесь можно не только прийти постричься и побриться, но и просто отлично провести время, пообщаться с делами. Это в первую очередь для нас место встреч, чтобы здесь было уютно и можно было увидеть своих друзей. Мне кажется, вот без бороды как будто голые вот люди, мужчины особенно. Поэтому это тема. Барбер – это тема. Но я не знаю, тут девчонок будут встречи или нет, но я как нет. бы этот, а? Нет. А, черт. Крутое место, ребят, да, крутое место, хорошая атмосфера, хорошие люди, крутые мастера, профессионалы своего дела.